сейчас он, сегодня мы привозим ткани разных образцов, с Могилева, с Морна, как вы говорите, предприятия. Чисто через белые потолки. Светлогорское волокно. Мы сегодня там получаем 2 тонны. Это нам на 500 тысяч масок. Завтра мы привезем, начнем кроить. Плюс у нас есть 50... А 2 тонны, если в количестве дней? За какой период вы переработаете? 500 тысяч масок. Вы что, леди Гранту подключается? Это порядка 6-6. Не только разъяснение. Я не видел этих картин сегодня. Зачем снимать, если мы можем торговлю отдавать? Ведь торговля транспортовала, я не говорю про аптеки. Торговля продавала маски по торговле, пускай продает и дальше. Ну, конечно, хотелось. Тот же респиратор сегодня стоит в магазинах продается. Но. А вот маску мы продать. Да, хотелось бы, конечно. Этот продукт как бы запуск. Мы его пытались упростить, но медики нам сказали, нет, все категорично должно так. Эти завязки, эти пуговицы, ни резинок, ничего. Готовили это девушки. Да. Они на сертификацию. Сертификат завтра мы получаем инструкцию. Значит, сейчас мы выпускаем такие комбинезоны одноразовые, он засертифицирован. Выпускает наш Витебский труд на суд подряд, и, соответственно, в нем работает надавательство наших предприятий Витебской области. Да, мы разрабатывали на липучке, но сейчас уже медики сказали, надо молнию, мы разработали молнию. В соответствии с их требованиями здесь и планка защиты на липучке. Одноразовый, да. Внизу резинка, на рукавах резинка. Мы будем выпускать 3 размера. Сколько это выпускается? До 10 рублей. Это приемлемая цена для медиков?